включим вспышку. Да, а где Глеб? Мы сейчас включим вспышку радиотехническую. Радиотехническую, мой молодец, на каком курсе? На втором же. Фильм сниму. Старший закончил. И где? А он... Леверекс какая-то компания такая, ну они тоже, он консультант, вот типа как все наши. Я говорю, это значит, что делаешь? Ой, мама, долго объяснять. То есть тоже какие-то у них программы, ну как это называется? Правду говорите, я снимаю это на камеру. Чистую правду. Может, Лили, привет. Лилёчек, тебе большой привет от нас. Нет, мы сейчас в этом прямом эфире позвоним.